герой Советского Союза. Участник бомбардировок Берлина и Кёнигсберга в 1942-45 годах, имеющий 307 боевых вылетов. Генерал-полковник авиации, командующий дальней авиацией СССР. Заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами нашей страны. Его имя присвоено стратегическому ракетоносцу российских воздушно-космических сил. Василий Васильевич Решетников. Наш рассказ о человеке, судьба которого неразрывно связана с крылатыми машинами, на которых он летал, к созданию которых был причастен, и которые, как и он сам, стали легендой отечественной военной авиации.